Полное описание и точки до выхода 13 и 14 серии нового сериала «Лихорадка». 13 и 14 серии сериала выйдут на «Россия-1» 18 октября. В новых сериях мы увидим, как к Матецкому в камеру подсылают убийц. Полину назначают новой главой миссии. Она вылетает в Африку, чтобы найти уязвимое место вируса и создать новую вакцину. Жданов просит сотрудников НИИ тайно помогать миссии. Несмотря на строгий запрет, Полина обнаруживает в новом варианте вируса Эмболы нечто неожиданное. Софи с союзниками похищают вирусолога Фредерика Летмана, у которого есть секретная информация о распространении лихорадки. Полине удается добиться свидания с отцом. Она приходит к нему в камеру. Ей нужно найти неизменяемый участок генома, но одной ей не справиться. 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 18 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.